Всем здравствуйте! Юрий Шулипа в эфире канала «Бабушка зовет». Юра, здравствуй! Светлана, приветствую! И отдельное приветствие всем зрителям и слушателям твоего великолепного, чудесного, замечательного канала. Который, к сожалению, в последнее время полностью не продвигаемый. А Юра, вот пару месяцев назад ты прогнозировал, что 17 сентября, а в день начала Второй мировой войны, Путин может напасть на Украину, поскольку любит всякие символы. Но ведь не напал же, Юр. Прогноз-то твой оказался неверным. Ну, по меркам прогнозирования, как говорится, еще не вечер. Но, что важно, 17 сентября 2020 года – это действительно роковая дата. Это тот день, когда Путин действительно планировал напасть на Украину. И, что важно, чем дальше мы во временном пространстве отодвигаемся от этой даты, проживаем больше времени, тем меньше вероятности у Путина совершить на Украину очередное военное нападение. Ну, имеется в виду более широкомасштабное для захвата новых неоккупированных территорий. Это очень важно. А теперь, почему Путин в краткосрочной перспективе отложил нападение? Я вам объясню. Сначала с внешнеполитических факторов. Усилилось патрулирование НАТО Черноморского бассейна. Истребители, вот недавно была новость НАТО, как раз таки перед 17 числом пролетали над Крымом. Работает военная космическая разведка Соединенных Штатов Америки. Они полностью контролируют сейчас пространство над Херсонской областью со спутников, над временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, в приграничных районах. Военно-морские корабли, значит, Соединенных Штатов Америки находятся сейчас в Одессе. Плюс к тому, наши все-таки просадоночи прислушались к моим рекомендациям. И начали ряд военных учений. Они сейчас проходят. Одни военные учения идут на территории Херсонской области, другие во Львовской, там в том числе и с силами, с участниками стран НАТО. Вот. Это, значит, сдерживающие внешнеполитические факторы. Внутриполитический фактор. Первый. При реальном рейтинге Путина, а он, я скажу сразу, причем это вот на основании как независимых качественных социологических исследований, так и того, что Путину кладут на папки туда эти ФСБ, там и различные там, аналитические управления в администрации президента, он реально не превышает сейчас 18%, а то, я думаю, и ниже на самом-то деле. И когда армия не поддерживается народом, вот в отличие от 2014 года, когда был такой всеобщий крымнашизм, Адам Брямс, когда россияне мечтали там мочить хохлов, уничтожить, все захватить, сейчас этого нету и в помине. Вот когда армия, еще раз повторю, страны-агрессоры, оккупанты, не поддерживается народом, то может, как говорил Ленин, штык империализма, империалистической революции повернуться вовнутрь. И это для Путина действительно будет очень опасный кульбит. Дальше, что важно. Вот мы сейчас рассмотрим вопрос не нападения Путина на Украину 17 числа с событиями, которые произошли при встрече с Лукашенко. Фактически получается так, что Путин просто санкционировал, чтобы утерпел россиян на удержание режима Лукашенко Белоруссии, было отнято и отдано полтора миллиарда долларов. Вот. То есть на преступника, которому грозит смертная казнь по Уголовному кодексу Республики Беларусь. Я напомню, что часть 3 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь за насильственное удержание власти, сопряженное с гибелью людей, предусматривает смертную казнь. То есть Лукашенко грозит смертную казнь, и Путин этому нелегитимному 3% убийце выделил на удержание его же режима, чисто на удержание режима, 1,5 миллиарда долларов. И при этом, кстати, я хочу отметить, что интеграционные процессы, так называемая там 31-я дорожная карта,
интеграции, когда Республика Беларусь вообще даже вот формально исчезает с территории, точнее, с политической карты земного шара как государство, геополитическая реальность, отложена. Отложена, и, скорее всего, я думаю, что уже в сложившихся вот геополитических условиях не будет интеграции. И другой фактор, все-таки третий, это немаловажный внутренний, это также протесты в Хабаровском крае. Так как здесь, на самом деле, вот с позиции Кремля и как оно происходит именно вот в таком вот большом вот международном плане, тут вот как в сказке, посадил дед репку. Репка выросла, дед пришел, не может. Вот. И здесь то же самое, что вот условно говоря, Беларусь, она события в Беларуси, вот эта бушующая колония Российской империи, вот, держит Украину в чем-то, спасает. Да, вот в каком-то значительном плане. А активные действия Путина на белорусском направлении спасает Хабаровский край. А Хабаровский край в чем-то спасают регионы Кавказа. В Башкортостане вот, не так давно было. Значит, прошли митинги, но там вопрос сейчас как бы формально и нормализировался. Но все равно вот Россия, например, она во многом находится сейчас на взрыве. Вот. И вот та ситуация вот, токсичная. И во многом взрывоопасная настолько, которая складывается внутри России, она, в общем-то, и не дает возможности Путину для того, чтобы совершить какие-то маневры. Вот, в том числе и военные маневры в отношении Украины. И вот чем дальше мы будем отживать от 17 числа, тем меньше вероятности того, что Путин на Украину нападет. Да, безусловно, еще будет 7 октября, но все равно еще раз, что вероятность будет меньше. И фактически... Я так полагаю, что до правления Путина просто останется в военно-политическом плане, как со стороны временно оккупированных территорий, статус-кво. То есть будет Путин действовать на украинском направлении за счет своей агентурно-подрывной деятельности по поводу, значит, ордларизации, условно говоря, Украины. Ну и такие вот эпизодические обстрелы, угрозы, что типа, ну мы там... У вас там какую-то часть территории откусим, мы на вас нападем, если вы там с нами, условно говоря, что-то там или не пропатрулируете, или еще какие-то наши, ну, это со стороны оккупантов имеется в виду. Понятно, ну, Юр, ну, понятно. Вот, то есть ситуация фактически сейчас до конца путинского режима, мы уже можем прогнозировать, останется статус-кво. Да, кстати, и последний фактор, я хочу сказать, что, друзья, мы выходим с вами из эпохи, из эры нефти и газа. Нет у него высоких цен на нефть. А он нападает тогда и совершает военные авантюры, когда ну, нефть как минимум под 100 баксов за бочку. Но сейчас таких нет, и их не будет в обозрении. Я думаю, уже никогда их не будет до окончания существования нашего мира. Понятно. То есть на хотелки Путина наложился важный фактор. Народ, вот такая действующая фигура. Нет, народ... не важный фактор. Светлана, и зрителям надо говорить так, совокупность факторов. Здесь ну хорошо, всегда. Один из этих совокупных... Да. То есть он хотел напасть, реально, он хотел захватить Украину. Он мечтает, чтобы столица Российской империи был Киев. Здесь у него Киевская Русь, как вот в российской историографии. Они же россияне украли историю Украины, что это якобы у них, они уже тысячу лет, эта российская цивилизация существует, что отсюда, значит, из Киева пошло крещение, значит, столица должна быть... вместо Москвы в Киев перенесено. Они давным-давно бы это уже сделали, но у них возможности не позволяют. Нет возможности для этого. Да, ну вот Хиггбосон правильно пишет, что Пыня хотел сделать Новороссию, а получилась полная отсосия. Юра, ну вот 17 сентября, да, это ведь не только день начала Второй мировой войны. У тебя же была какая-то интересная акция, тоже связанная с этой датой. Да, сейчас расскажу. Начало Второй мировой войны – это 1 сентября 1939 года, а 17 сентября 1939 году, ровно через 17 дней, когда со стороны гитлеровской Германии началась Вторая мировая война, Сталинский Советский Союз напал на Польшу и оккупировал часть суверенных польских территорий. Да, кстати, 1 сентября была проведена акция, и значит, ряд общественных организаций, в том числе и Институт национальной политики, вот есть такая замечательная в Киеве организация, называется «Фронт Офис». Это организация временно перемещенных лиц с территории Крыма,
Донецкой и Луганской областей, то есть это все вот граждане Украины, те, которые российские агрессоры, оккупанты выгнали, которые не смогли жить по моральным, этническим, экономическим и прочим соображениям под оккупацией вместе с оккупантами, они основали эту организацию, ну и мы, конечно, как Институт национальной политики, безусловно, присоединились к этой акции, мы поддержали все требования и выдвинули, я обязательно, значит, выдвинул требование о том, что необходимо ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, возобновить рассмотрение закона о военных преступлениях, чтобы можно было обеспечить неотвратимость наказания для российских военных преступников, закон о коллаборантах, противодействию коллаборационизму, и, ну, это потом уже отдельно, принятие закона о противодействии российской агрессии, так как я являюсь автором концепции данного законопроекта. И, слава Богу, вчера, 17 сентября, Верховная Рада удовлетворила наши требования и приняла в первом чтении, причем в первом чтении, закон о военных преступлениях. Это я считаю, прекрасно. Вот теперь... тебя можно и поздравить. Да, это на самом деле очень хорошая для нас и приятная неожиданность. Но я понимаю, почему эта ситуация на самом деле произошла, и в том числе акцию мы провели, так как сейчас местные выборы будут 25 октября здесь, в Украине, и правящая партия, она действительно теряет очень сильный в рейтингах, сторонников, много что людей в них разочаровалось, поэтому они в этом плане намного более лояльны, стали, как говорится, слышать глас народа. Вот, теперь наша задача — это все-таки сделать так, чтобы наконец-то уже на фактически 7-й год российской агрессии, оккупации против Украины был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда, принят закон о коллаборантах. Ну, может быть, какие-то его даже не обязательно принимать, закон о коллаборантах как-то отдельно, то, в принципе, может быть и общий кодифицированный акт, который будет включен в закон о военных преступлениях, и обязательно потом принятие закона о противодействии, значит, российской агрессии. Для чего? Для того, чтобы я объяснил кратенько зрителям и слушателям, почему нужен этот закон и почему надо сейчас именно за правовую систему бороться, биться за надлежащее законодательное регулирование. Потому что он позволит вычистить из Украины всю российскую агентуру, все кремлевские деньги, перекрыть финансовые потоки различных транснациональных компаний-прокладок, офшорах всяких различных, которые созданы при поддержке Кремля для того, чтобы российские деньги сюда загонять и на них вести подрывную деятельность против Украины. А так, все понятно. Юра, так ты не завис случайно? Нет. Понятно. Вот такой вопрос, и он все чаще встает на повестку дня. А насколько Путин дееспособен? Вот, например, Константин Березин, народный журналист, он высказался, что в том плане, что силовики уже давно плотно отодвинули Путина от власти. И что за болезнь такая, про которую разговоров-то все больше? Ну, что за болезнь Путина, я сейчас, конечно же, расскажу. Я на своей страничке Facebook уже дал анонс о том, что сегодня я самый первый... Даже раньше, чем Валерий Соловей, да? Нет, я еще раз повторяю, я ни на кого не обращаю внимания, но я, во всяком случае, из всех спикеров стремлюсь быть первым для того, чтобы рассказать людям правду о том, чем на самом деле болен Владимир Путин. Что же у него и непредвидимые обстоятельства, и почему он скоро нас покинет. Так, ну, с удовольствием слушаем. Ну, смотрите, нужно из чего исходить. Я вот, кстати, сейчас вам объясню. Не надо обладать в этом плане какой-то инсайдерской информацией, хотя она и нужна. Нужна, ну, например, мне нужна тоже какая-то инсайдерская информация. Для чего? Для того, чтобы я ту информацию, которую создаю, формирую в своем сознании путем наблюдений, мог верифицировать, сравнивать вот с этой информацией, ну, как скажем так, объективности ради. Смотрите, для того, чтобы понять, каким смертельным заболеванием болен Путин, необходимо немножко обратиться к его биографии. Не пил, ну, практически он не выпивал, практически. Не курил и не курит. Спортсмен, да, занимался с детства дзюдо. А все же прекрасно знают, что борцы, самбисты,
вольники, дзюдоисты, ну, кто нас смотрит, кстати, ну, имеется в виду те, кто занимался дзюдо. Я, кстати, в свое время тоже занимался дзюдо еще, по-моему, наверное, лет так, лет это к... Ну, почти лет это к 30 назад у меня был под дзюдо зеленый пояс. Так вот, все, в основном все, как правило, борцы, у которых там уже черный пояс, первый дан под дзюдо, вот, у них проблемы всегда с позвоночником. Конечно. Всегда вылетают диски шейные, там четвертый позвонок и так далее. Вот. И смотрите, вот кто из вас читал внимательно книги, вот, например, Ара Абрамян о Владимире Путине. У меня, кстати, есть книга, я немножко отвлекусь. Когда я еще в свое время работал в Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, к нам приезжал Ара Абрамян. Это тогда он был председателем армянской диаспоры в России и лично мне подарил свою книгу о Владимире Путине. Потом другой автор мне тоже подарил свою книгу о Владимире Путине, Олег Блоцкий. И вот из этих источников, ну и других, в том числе в интернете они имеются, идет информация о том, что Путин травмировал себе позвоночник на тренировках, когда занимался активно дзюдо. Дальше. Следующий источник – это Лукашенко, который сказал, что вот Путин, это, по-моему, еще года два было назад, примерно так, что Путин отказался с ним играть в хоккей по причине того, что у него там травмирована спина. Открыл нам страшную государственную тайну. И вот потом, 9 декабря 2019 года, я очень внимательно смотрел, и сколько часов, 5, по-моему, потратил переговоры в нормандском формате. Я детально, вот честно, я не выключал, смотрел весь прямой эфир. Я видел, когда вот прилетел Путин, он был настолько убитый, и лицо неестественное у него было. Видно, что он под какими-то вот медицинскими, медикаментозными веществами и шел, он как-то не так. Как-то в раскорячку тоже неестественно, вот тяжело, как будто какая-то у него боль. Но, что важно, вот когда, опять-таки, вернемся к встрече Лукашенко и Путин, когда Путин сидел в кресле, всем показалось, ну, в принципе, так оно и есть, что вот Путин сидит как какой-то царь там, в этом кресле, а Лукашенко перед ним там выкаблучивался, типа как такой некий подкаблучник. Но Путин во многом так сидел даже не потому, что он такой император всероссийский гордый, а он как раз-таки по причине заболевания. Так вот, у Путина очень серьезные проблемы, серьезнейшие с позвоночником. Очень, очень серьезные проблемы. И по всей вероятности у него там даже дисков нет. То есть вылетели диски уже давным-давно, если он ходит под медикаментоз. Ну еще там на встрече с Эрдоганом, вот, помните, да, как он там чуть не упал, его Эрдоган ловил. Вот. Понятно, что у него заболевание, безусловно, связано с позвоночником. Что там такое? Опухоль, возможно, уже саркома началась. Вот, если колят. Но еще раз повторю, что с таким заболеванием, когда человек не может сидеть длительное время, даже несмотря на то, что вот при той всей кремлевской медицине, кстати, сам одно время обслуживался в кремлевской больнице, я знаю, вот на Рублевке у них там эти все центры, вот еще, ну, это действительно высший уровень медицинского обслуживания в России, там, где обслуживается Путин. Но все равно мы видим, что даже и та медицина, она бессильна что-либо сделать с его позвоночником. Поэтому, может быть, как-то вот интеллектуально он еще отчасти во многом дееспособен, а в физическом плане он уже как минимум частично не дееспособен. Поэтому действительно заболевание у него прогрессирует, и прогрессирование, кстати, болезни Путина мы опять-таки видим. Оно почему-то достаточно быстро, еще раз повторяю, у него, ну, то есть у него течение болезни сейчас очень сильно прогрессирует, так как если еще где-то год назад он по 5 часов мог сидеть, отвечать на вопросы, общаться, ну, естественно, которые ему уже давно были написаны, общаться со своими пропагандистами, прямые линии были, сейчас все это дело отменяется. И он
действительно больше 20 минут под медикаментозным, и всем этим не может сидеть. То есть видно, у него проблемы настолько с позвоночником, что он фактически сам изолировался в этом бункере, он может, условно говоря, там на 30 минут сидеть, потому что я прекрасно знаю, что такое травма с позвоночника, и когда, что это за адская боль, я хочу сказать. И Путин действительно, вот опять-таки я смотрел, то есть я наблюдал, как он сидел тоже неестественно, и видно, что он переживает внутреннюю боль. Он даже и в камеру не смотрел, а куда-то вот там мимо камеры, вот так вот он как-то вот, то есть он был как бы вот, скажем так, он, может быть, боролся Понятно. Со своей болью так, вот внутри. Юрий Юрьевич, если да. мы будем так долго разговаривать, мы Нет, половину вопросов еще раз я делюсь со своими Понятно, понятно, уже половина эфира прошла. Из этого, что у Путина, еще раз повторяю, мы раскрыли сегодня самую страшную государственную тайну Российской Федерации. Состояние здоровья первого да. лица. Так вот, у первого лица состояние здоровья никудышное. Серьезная, страшная болезнь позвоночника, которая не дает возможности исполнять обязанности президента. И по этой причине Путин в скором времени нас вынужден... Что касается, кстати, с метафизической точки зрения, с метафизической, вот люди, которые нас смотрят, магии занимаются, там, гаданием, колдовством, говорят, что такое позвоночник, болезнь позвоночником, это гордыня. Это наказание ему свыше за то, что возгордился. Не, как говорится, взял не по чину себе. Не вместо он президента, кем он императором всей Руси, русский мир, и говорить хотел там уже о разделе мира, уже себя возомнил Сталин 2. Вот его болезнь скрутила, и я на самом деле некоторым даже своим врагам и оппонентам не пожелаю пережить такой страшной болезни, которая сейчас болеет Путин. Ну, в общем, когда мы увидим не в фотошопе сделанную, а настоящую фотографию Путина в гробу, я думаю, лайков она наберет гораздо на порядок, на два порядка больше, чем фотография Алексея Навального, которую он вот из клиники сделал. Вот. И вот такое отношение. Слушай, Кнопка спрашивает. Это, значит, как ты относишься к заочному спору между Валерием Соловьем и Юрием Швецом, кто из них прав по поводу междоусобной борьбы в башен Кремля? Ну, то, что башни Кремля борются за власть, понятно. Вот как ты видишь эту борьбу? Кто куда тянет? Я думаю, что Юрий Швец несколько преувеличивает те противоречия, которые имеются в команде Путина. И в этом плане я более все-таки соглашусь с Соловьем, что в Кремле, конечно же, есть разночтение, скажем так, разномыслие вот среди этих путинских, но нету такой, скажем так, борьбы, вот что прям Путина прям сейчас надо отстранить, в бункер и так далее. Он так, мы видим, вот, по тем причинам, что у него отказывает позвоночник, что он уже уходит. Он может, конечно, там я не врач. Кто у нас, зрители, слушатели, врачи, имеют высшее медицинское образование, костоправы, остеопаты, работали вот с позвоночниками, они поймут, вот, если очень внимательно.